на дачу, прихвати с собой придачу, и собаку, и кота. А на даче, все попроще, все иначе. А на даче, чистый воздух у реки. А на даче, у меня одна задача. Баню натопить пожарче и пожарить шашлыки. А это на самом деле хорошее, не? Это все сухое, смотри. Вот это. Вот это нахуй. Типа это этот, виноград ебучий. Ёбаный кошмар. Надо еще пилить. Главное не провалиться, блядь. А, на этом не особо никогда не провалился. Сразу три. Одно я как нехуй захуячу. Вот она. Какой это ломает? Вот из грабли. Мне представилось ломать. Кит, скажи для видеоблога, что мы делаем? Мы приводим наш участок в такой более-менее божеский вид. Ого, блин. На камеру кто? А это наш этот работник. Леший. Спячку себе делаю. Почему ты поджег здесь траву? Ну, а ты вон, смотри, просто убираешь потом. Все, нормально трава будет расти. Посмотри, я уже все зафиксировал, там, бля. Фиксатор, блядь. Тебя сейчас заграблю, нахуй, блядь. Граблю. Вот так. Как Никита работает? Поджигает участок. Я уже там блевон с этим грабил, блядь. Я унести железные грабли сюда, урод. Отлично, убирается, не? Либо что-то разъебать, блядь, серьезно. Если ему мама вот не давала что-то разъебать, блядь, вот у него вот сейчас он за все свои детские года будет. Просто за всех убирает дачу. Ты сломал. Блин, как жаль. Вообще уже. Блять, как же. Да блять, как жаль, что лампочка осталась жива, а все остальное нет. А, блять, сука, ты че прослась туда нахуй? Пошла. Оставь. Алло, уборщик. Как и ты. А я вот так держать надо, да? Да. Вот так? Да. Сейчас он себе ноги. Артём, только не отпусти. А как её держать, да? Так. Блин, а если она отлетит? Сейчас отлетит, я глаз. Отойди, блин. Никита, отойди. Мне кажется, если бы я тебя этой хуйней ебнул, тебе бы уже лечение не пригодилось. Посмотришь, у кого бы ебнул. Так я бы тебя и ебнул бы. Типа, ты уже нихуя не успел бы сделать. Готов? Давай. Все, вот, да. Куда? Бери. Отойди, Никит. А ты поджечь можешь? Вон, бери. Там, блядь, грабли, чувак, горят. Грабли убирай, там вон грабли сзади горят, Артём, нахуй. Артём, грабли горят. Ёбаный граблёж. Сейчас загорюсь, нахуй. Блядь, только прижали сейчас же. Ну, мне можете помочь, нахуй, блядь.
прижирает же, блядь. Вот эту хуйню держит. А вот, кстати, там, походу, сгорит кровать. Все, видишь, там как она распалила. Где? Там. Давай, Никит, ветки там, хуячим. Да. Ну что от костер херачу? Похуй, будем этот. Давайте поджигаем. Вот эту хуйню все нахуй туда несем. У меня горит пукан, блядь. Ну, Артёк! Ой, блядь, башка отрубила, блядь, сука! Это ужасно выглядит, Артёк. Ты член горящий. Что-то в ухе застряло. Какашки какие-то. А я смеюсь и плачу. Зачем ты плачешь? Ну, потому что это моё детство. Не плачь, Настюшка, Настюшка. Ну, блядь, ну горит, блядь, пинок под зад дал, он сейчас горит дальше. Давай, чё, ну, зачем стоит? Ты ещё плюёшь на него, ну? Ну, о чём, блядь, давай? Куда пошёл огонь? Обидно. Куда огонь пошёл? Посиди за огнём. Куда пошёл стоять? Фой! Лапша. Тяжелая, сука. Никит, смотри, что я нашел. Блять. Отдай, сука! Бля. Будем это сжигать? Это не сожгется. В море унесем. Че тут стулья какие-то, блядь? Это что? Лилия. А это что? А как я эту какашку, блядь? Нихуя он глубокий, блядь. Там рыбки есть? Выкинь его просто так уже. Иди просто выспи. Иди сюда, блядь. Вот реально, ну, Никит, скажи ему. Я его хочу пошить. Блядь, нахуй мне тут сдался, блядь. Она живая еще, она живая! Мысли, мысли. Только что головой повертела. Я нихуя не сделала. Да блядь, давай, давай грабли сейчас финт сделаю. И туда вот подальше нахуй. Только не в нас. Он же сейчас... Блядь. Если тогда просто... Как он идет, где он там подходит? А что, откуда он здесь уходит-то, блядь? Ты не сможешь его вытащить, что ли? Я блядь всё. Тот шкаф тоже, кстати. В общем, я всемогущий. Поехал нахуй! До встречи, это с боли! Тут можно жить, не? Ты чё, блядь? Ты ебанутый? Там аж он запищал. Хуй проклятый датчик. Нахуй шкаф, уезжай. Мне кажется, он упал. Давай с ноги его. Он должен был сложиться. О, он шатается. Сейчас на две части ее. Сюда пить. Thank you.
ведет. Этот крепкий. О. Как мы убираем дом.